Всем привет, и сегодня я приглашаю вас побывать со мной в Таиланде. Правда, не судите строго этот влог, потому что он был снят 2 года назад, тогда я еще только начинала снимать, но никуда не выкладывала. Дьюти-фри. Купили уже себе тут несколько вещиц. Скоро мы полетим. Скоро у нас самолетик. Вот, и будем мы лететь 9 часов. Долго. Ну ничего, нормально все. Надеюсь, что все будет нормально. Мама там с папой ходит. Что-то... Неважно. Сейчас покажу вам самолетиков немножко. О, это я. Здрасте. Вон там вот. Ну, не видно, ёкарный бабалю. Вон там немножко видно. Скоро мы тоже полетим. О, дырок. Виктория Секрет. Мамулечки. Ой, дайте я померю тоже. Мам, я их забираю. Все мой? Вон. Блин, как тут красиво. Лера, открывай свое. Нет. Да открывай, зачем ты? Я хочу, чтобы ты это, душилась. Да. Поездку нормальными духами. Давай посмотрим, наполнен он там твой. О, что там упало? Ну попробуй вот это наполнено у тебя штучкой. Ой, мне тоже падает. Вот ей брызгайся, возьми с собой его. Да. Лера, с Лерой что-то случилось. Она кожаная. Мы бежим. Нас объявили посадку. Мы бежим к нашему самолетику. Мы перепутали стороны, идем на другую сторону на посадку нашего самолета. Сейчас мы опоздаем и никуда не полетим, понятно? Да, конечно, еще целый час. Предлагаю ускориться. О, давайте ускоримся. На эскалаторе бежим, короче. Мама там догоняет меня. Мне, кстати, реально быстро так. Мама, что себя срезал? Ну просто. Мне нравится так. Мы идем на самолет. Вот, спускаемся мы, да. В этот, в рукавчик мы сейчас пойдем. Вон наш самолет. Мамочка. Он такой огромный. Он такой огромный. Господи, он двухэтажный. Вау. Это маленький. Какой она очень.
Он бархатный. Бархатный? Знаете, как охотились раньше на крокодилов? Крокодилов размером, мозг размером. Мама, мы их выращивали по форме. Лера поехала на прогулку. Лерочка приехала наконец-то. Лера на Уолкинг-стрит кормит козу. Ой, маленькая, ты сбалась. Ой, хорош. Я не могу. Чуть мало молока налили. Все. Ой, умничка, хорошая. Ой, кусая, такие милые они. Лера теперь как мать родная, Лера. Лера, вот эти дети курят. Я сейчас куплю одну. Давай себе одну козу домой возьмем. Да? Лера, давай Джессике, подружка. Эй, коза. Здесь у нас телевизор стандартный, зеркало, тумбочка с нашими косметическими техническими средствами, чемодан. Вечно чемодан не доставали, потому что здесь как-то не очень хорошие шкафы, у нас не так много одежды. Жара страшная, выходим в одном и том же, поэтому особо ни к чему. Вот. Так вот все у нас здесь лежит, сейф у нас поставили, у нас мешало такие тапки. Мы, конечно, их не одевали, не знаем, может быть, мы что-то недопонимаем, но как-то думаю, что они не одноразовые, поэтому... Извиняюсь за мусорное ведро. Ну, в общем, вот так. Потом перейдем, покажу на балкончике. Ну, в общем, балкончик тоже, как вы видите, стульчики. Столик, но мы там не сидим, потому что очень жарко. Просто невозможно. Можно находиться только либо у бассейна, или у моря. Вид у нас, конечно, не очень из окна. Здесь вот сам отель. Какая-то тут вот башня, не знаю. Вот для воды или для чего, не знаю. В общем, ну, с одной стороны, здесь очень-очень тихо и вообще не слышно. Никого. Ну ладно, потом еще что-нибудь расскажу. Здесь бассейн. Вода очень чистая.
сегодня очень много, что радует. Наверное, еще не сезон. Там бар у нас. Короче, отель. Такой неплохой. Не люблю многоэтажки. Не боюсь. Так, Лера боится. Очень боюсь. А, Лера боится. В общем, все будет нормально. Рисунчик, Лера. Лера танцует от страха. Смотри, Лера сейчас на голову приземлится, если парашютист. Когда будешь приземляться, сиди, а когда будешь улететь, отпускай. Так, Леру прицепляешь. Не бойся. Так, Лера поднялась. Так, Лера приземляется. Так, Лера. Отлично. Ну, молодец. Лера, отлично. Вообще не страшно. Нормально, вообще прямо офигенно. Я Винкс. Готовим, Лера. Снимаешь? Да. Привет. Привет. Спартаю. Делаем пузыри. Воздушные пузыри. Начали. Вперед. Сейчас я Леру запущу. Лера уже на чем только не лет. Лер, аккуратно. Целлофановые штукенции, короче. Вот, и сейчас будет салют.
фейерверк. И все нормальные люди сидят на шезлонгах. А мы сидим на какой-то хрени, на какой-то салфетке. Ну, специально кружу салфетку, чтобы на ней сидеть, но это какая-то фигня, если честно. По 30 баллов. Вот, сейчас будем смотреть фейерверки. Если хотите, чтобы быстрее вышла вторая часть данного видео, то ставьте пальчики вверх и всем пока-пока!